приветствую, друзья. Эту мелодию я сейчас наиграл для того, чтобы подчеркнуть, что даже начинающие гитаристы, те, кто еще не владеет всеми элементами игры на гитаре, не используют еще в своей игре удары, различные виды боев, можно было создавать такой ритмический рисунок, который, то, что называется, качает. Вот в этой мелодии у нас 4 четверти. Первая доля, первая четверть у нас всегда исполняется с басом, поэтому по-любому она будет заметна. А вот относительно сильная доля, вот сильная, относительно сильная, третья доля, мы ее подчеркивали благодаря тому, что сила атаки щипка по струнам пальцем, да, она была сильнее, ярче, чем по второй и по четвертой доле. Вот смотрите, вот у нас первая доля, та пауза. И так далее, да, можно уже продолжать эту композицию, там сами, когда будете репетировать. Выделяя первую и третью доли, вы создаете такую динамическую, как бы, подвижность в произведении, и оно воспринимается намного интереснее, чем просто бы ее голо щипать все восьмушки, хоть и правильно высчитывать. Поэтому применяйте этот приемчик, внедряйте свою практику, используйте динамику, контролируйте силу щипков, и у вас произведение будет обретать новый смысл и интереснее будет восприниматься на слух, и вам интереснее будет играть. Еще раз, ноты внизу. Если эта мелодия понравилась, обязательно ставим лайки. И если это видео показалось полезным, подписываемся на канал, если еще не подписаны. Обязательно ставьте колокольчик для того, чтобы получать оповещение, как только появляется новое видео на канале. И делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Всего доброго. До встречи в следующих видео. Пока-пока.